Просили женщин ответить на один простой вопрос. Что их раздражает в мужчинах? Так сразу, сходу, с утра. Наверное, нерешительность. Все недостатки – это все достоинства. Хамство. Хамство? Да. Ложь. Нерешительность. Даже двери перед тобой не откроют, а наоборот захлопнут еще посильнее, чтобы ты не могла открыть. Невнимание к женщинам. Жадность. Здравствуйте. Нет. Ага. Здравствуйте. Ага. Здравствуйте. Ой, я даже не знаю, как это сказать. Мы, если что, сейчас в ЗАГС идем дальше. Давайте вот с вами на этом же месте через год встретимся. Вот, в это же время. Вообще все. О, давайте, рассказывайте. Вот он, это ваш мужчина? Это муж мой. Давайте я его закрою. Чтобы его не видели. Да, чтобы вы не видели его глаза. Да по телевизору нас увидишь, блин. Самолюбие. Необязательность. Не выполняет свои обязанности. Мысли не о мужчинах. Так, а воспоминания? Ой, не до воспоминаний. Сначала надо свои дела сделать. Неопределенность. Неопределенность. Все. Все, краткость, сестра таланта. Все, неопределенность. Господи, да какие уж мне теперь мужчины. Ну и к черту. Ваш мужчина сзади идет? Да? Давайте, пока он не слышит. Я не могу говорить плохое про моего мужчину. Подскажи, что тебя раздражает в мальчика? Ничего. Я обожаю мужской пол. Я считаю, что каждый мужчина интересен по-своему, и каждый мужчина приятен по-своему. То есть ничего не раздражает? Нет. Женщины сами виноваты. Излишняя самовлюбленность. Ну, а тебя то что раздражает в мужиках-то? Белье не убирает, посуду не моет, комплименты не делает.